Уважаемые коллеги, дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня 8 февраля, а это значит, что мы все празднуем День риэлтора. Я хотел всех поздравить, риэлторов России, с этим праздником. Наверное, не только России, всех, кто чувствует, что это их праздник в этот день, поздравляю. Вот, профессия относительно новая, в то же время яркая, динамичная, интересная, множество различных, знаете, таких внутренних переживаний сопровождается, да, профессией, потому что очень часто ты не знаешь, получится, не получится, переживаешь за клиента, чтобы все было нормально. Вот, очень она разнообразная в плане и продолжительности трудового дня. Вот, в частности, очень часто бывают случаи, когда надо и в 11 ночи клиента встретить, вот, и в 6:30 утра показать. Вот, иногда бывает, что и в метели, в югу надо загородку по сугробам показывать, да, то есть это очень так все разнообразно. Вот, она требует максимальной и интеллектуальной отдачи, потому что знаю, что многие риэлторы, ну, очень сильно устают в конце дня, и, знаете, это реально тяжело, потому что очень много надо работать, именно анализируя, рекомендуя, обрабатывая очень большие объемы информации. Вот, на сегодня риэлтор у нас еще, мне кажется, очень современный. То есть очень на таком краю развития технологий, в хорошем смысле слова, находится. Да? То есть нужно постоянно все новое впитывать, быстро узнавать. В этом есть конкурентные преимущества. Вот. Еще, знаете, риэлторская профессия – это про сотрудничество. Это умение наладить контакт, чувствовать людей. Знаете, самому быть надо очень добрым человеком. Не знаю ни одного злого риэлтора, если честно. Мне кажется, все риэлторы – это очень добрые люди, которые где-то лишний раз лучше себя в чем-то, скажем так, ограничат, да, но клиентам создадут хороший сервис. Очень приятно, что именно в России риэлторская профессия развивается. Все уже понимают, что это абсолютно мощная профессия, профессия будущего, где справедливая система распределения ценностей, так финансовой, так и не только финансовой, вот, и все больше сильных, талантливых людей приходят в профессию. Конечно, я хотел бы, наверное, пожелать абсолютно всем риэлторам, самое главное – это здоровье, это хороших, понимающих клиентов, хорошей экономики, потому что, давайте откровенно, наши доходы привязаны к рынку, да, и, ну, чудес не будет, если будут плохие рынки, у нас ситуация будет такая не очень благоприятная. Вот. Ну и самое главное – это настроение, потому что все мы знаем, что в риэлторском бизнесе без хорошего настроя ничего не получится. Вот, вот эта внутренняя энергия, она потом всегда переходит во внешние результаты. Поэтому с праздником, чтобы у всех все было хорошо.